Гречка по-купечески с фаршем – отличное сытное блюдо для всей семьи. Если вы не знаете, что приготовить на ужин, то такая мясная каша будет просто идеальным вариантом для всех членов семьи. Хотите узнать, как приготовить гречку по-купечески с фаршем? Это один из самых вкусных рецептов приготовления данной каши, его любят как взрослые, так и дети. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Первым делом необходимо хорошенько промыть гречневую крупу, переберите ее, чтобы избавиться от испорченных зернышек, затем выложите на сухую сковородку и поджаривайте на среднем огне около 5 минут. На второй сковороде пассируйте морковь и лук на рафинированном подсолнечном маслечке, для этого натрите морковку на терке, а лук нарежьте как можно мельче. Когда овощи приобретут желтый оттенок, добавьте к ним томатную пасту и фарш, перемешайте и обжаривайте около 5 минут. Добавьте к овощам и мясу промытую гречневую крупу, тщательно перемешайте все ингредиенты на сковородке, сделайте огонь самым минимальным. Теперь залейте ингредиенты кипятком и тушите 20 минут при зарытой крышке, в конце добавьте пропущенный через пресс чесночек, специи, посолите по вкусу, такое блюдо следует украшать зеленью и подавать в горячем виде. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Жду ваших лайков и комментариев. Вот из чего готовим блюдо. Крупа гречневая 1 стакан, фарш мясной 350 грамм, лук репчатый 1 штука, морковь 1 штука, чеснок 2 зубчика, томатная паста 2 столовые ложки, масло растительное 2 столовые ложки, количество порций 6. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Всем добра, заходите еще.